поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу, или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, мы договаривались, что у нас достаточно вакансий, в том числе и в Минске. И это непростое время, человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Ну, может быть, и не совсем приемлемую и любимую им. В это непростое время, когда весь мир не работает, экономика не работает, слава Богу, начали понемножку открывать производство и на Западе, и в России, и так далее, в Китае, когда еще не развернулась экономика, для нас очень важно сохранить трудовые коллективы. И тогда я категорически предупредил, неприемлемо увольнение людей.